Мистер Гейл, это Чет Питерсон из посольства США в Патне. Касательно вашего заявления на туристическую визу в Индию с дальнейшим посещением Керата. Мы можем только признать ваш статус гражданина США относительно вашего гражданства в Керате, у нас нет данных. Кроме того, я призываю вас воздержаться от поездок в Керат. У нас в Керате нет официального дипломатического представительства ввиду неспокойной террористической обстановки. Поскольку вы намереваетесь привезти с собой останки некой Ишвари Гейл, вам следует иметь при себе паспорт. Эй! Паспорт! Буду я. Паспорт. Держи. В чем дело? Патна, босс. Патна. Патна мы же. Рва хе, то? Бад мы же. И на мои рейнджу... Ай! Я не каха. Бад мы же. Куч хе? Аби так куч рей? Кой бат не, босс. Кой бат не, ле ло. Стоп! Мил гя? Куч мил гя? Алло! Босс не жане? Босс не никло! Эй, рок! Рукко! Сали! Я ведь дал четкое задание. Задержать автобус. Да, а ты, дебил, ты все просрал. Я всегда точен в формулировках. Задержать, расстрелять. Задержать, расстрелять. Эти слова, что, похожи? Не по плану. Прости, не расслышал. Что? Не по плану, значит. Бесит, когда что-то идет не по плану. О! Тебе дали простое задание, а ты все испортил! А у меня теперь ботинки все в крови. Ладно, нет худа без добра. Хоть эти остались живы. Вставай. Эти глаза я узнаю из тысячи. Прости, я не так представлял себе нашу встречу. Совсем не так. У нас делегация. Все заждались. Кстати, как тебя звать-то? А это кто? Твой дружочек? Он у тебя тихоня. Прекрасно. Мне так неудобно. Я планировал все совсем не так. Но что поделаешь, если... Если ты кормишь обезьян, а те кидаются дерьмом. Кстати, о, не поддержишь? Так, буквально секунду. Я хочу сделать... Вот отличный кадр. Класс. Не беспокойся, мальчик мой. Вскоре все забудется,
Нас ждут великие дела. Ведь я отложил все дела ради тебя. Мы с тобой оторвемся по полной! Should I stay or should I go? Передавай привет Эшли, когда поедешь домой. Надо сказать, у тебя тут весьма уютный уголок, Пол. Я ожидал больше цепей и стенаний, но... Думаю, где-то здесь есть темное местечко, где всего этого в избытке. Тебя выдает ухмылка в очередной раз, Деплёр. Что? Давай, сними чертов мешок с его башки! Аджай, мне жаль, что все пошло так. Поверь, отнюдь не этого я хотел. Итак, еще дубль. Знакомство. Аджай Гейл, наш дорогой гость. Пол, радушный хозяин. И эта обезьянка, как зовут, увы, не знаю. И, наконец, я, Пейган Мин. Ты и правда меня не помнишь? Твоя мать что, совсем никогда обо мне не говорила? Ну... Исправим это. Пол, дай денег. Да, сколько нужно? Все. Спасибо. Да, так вот. Так, вот это. С улыбкой. Это ты? Это я. А я порой сомневаюсь. А твоя мать? С другой стороны, понимала меня лучше всех. Знала меня, как никто другой. Воспоминания. Последний раз я видел Ишвари лет 10 назад. Сказала, что любит. Женщины скажут тебе, что любят в тот же момент. Но мужчины не такие. Мужчины крепки задним умом. Только когда уже поздно. И... Когда твоя мать решила бежать в Штаты, прихватив и тебя, я винил только себя. А потом я понял, что я ни при чем. Нет, все сраный золотой путь. Сучьи террористы разрушают все. Сиди. Тебя не учили, что слать смски за едой неприлично? Посмотрим. Дай телефон. Ребятки, это... А, проверить? А, со мной Аджай Гейл. Ой, как мило. На помощь. И это СМС. Кто же зовет на помощь СМС-ками? Надо было кричать. Сейчас мы с тобой над этим работаем. Ну же, зови. Зови на помощь. Помогите. Жалкая попытка. А ну, зови. Помогите. Давай всерьез. Помогите. На помощь. Адиафрагмы. На помощь. Послушаем. Не. Друзья за тобой не придут. А ну, допросите его. Террористы. Ну, так... Прошу, подожди меня здесь. Рекомендую Рангун. Терпение, я скоро вернусь. Юма, поболтаем. Что за херня?
Как это мило. Завидное терпение. Я прошу прощения, что заставил ждать какие-то террористы, что ли. Крабовый рангун? А? Он... Прекрасен. Ну, ладно, в путь. Знаешь, странно, что матушка поручила тебе вернуть ее прах сюда, на родину. Спасибо, Камран. Ты зовешь меня с собой? Боже, Аджай, конечно, зову. Пепел сам себя не развеет. А мать все рассказывала тебе об отце? Никогда. Махан, предводитель Золотого Пути... Та еще, сука. Твоя мать должна была лечь под меня. Но пришла любовь, дочь родилась. Тут у Махана крышу и сорвало. Вас с матерью он выслал из страны, а твою сестру, Лакшману, вообще убил. Лакшмана не должна быть больше одна. Я рад, что семья снова в сборе. Прошу. Ну, вот. Что, полегчало? Попустился? Супер. Может, теперь мы наконец доберемся до чертовых пушек?